Александр сказал очень интересную вещь. Выйти за рамки комфорта своего бытия. Так складывается, что мы живем вот в своем мирке каком-то. Нам здесь уютно, удобно, хорошо, комфортно, мухи не кусают. Как только мы начинаем что-то делать новое в нашей жизни, выходить за рамки вот этого своего мирка начинает ломать, как-то где-то какой-то дискомфорт. Ай, что-то не хочу, наверное, ой, не то. Там вплоть до, может быть, какой-нибудь температуры, болезни, либо еще что-то. Бывает такое? Бывает. А почему это происходит, как думаете? Ну, так, такое вот свое объяснение. Может, просто потому что есть убеждение. Ну, как не убеждение, а там, допустим, для меня нормально идти просто по улице. Ну, не ходить с девушкой, для меня это нормально. А там знакомиться с девушкой, это уже против правил. Не-не, давай сейчас просто отметем девушек и глобального вообще развития в жизни. Окей, давай, да, что-то есть что-то привычное, общее, ну как бы. И оно складывается, потому что ты считаешь, что это нормально. А когда, в принципе, когда ну, когда выходишь за рамки комфорта, так, потерял мысль. Мысль достаточно сложная. Ты идешь против своих убеждений, поэтому тебя это ломает. Ну, например, так. Хорошо. Да. А почему именно страшно? То есть, если... не страшно. Почему человек испытывает дискомфорт, выходя за рамки? Просто это как бы функция мозга нашего такого защищает нашу как бы, ну, шкурку, скажем, человека, чтобы он нигде не погиб, но это так эволюция сложилась. Вот. И... Чтобы никуда не лез. Да. И когда человек постоянно делает все время одно и то же за дня в день, и когда он только пытается что-то сделать другое, его мозг пытается обратно затянуть, чтобы он делал то же самое постоянно, что он делал до этого, вчера, сегодня, позавчера. Так, и из-за этого у меня возникает следующий вопрос. При этом человек развивается? Когда человек находится в своей зоне комфорта, он не растет. Есть только две функции развития, либо рост и развитие, либо назад деградация, то есть промежуточная. Совершенно верно. То есть среднего, по сути, не дано, к чему мы приходим. Либо мы развиваемся, ну, будет небольшое, маленькое плато. Вот. И дальше, либо ты развиваешься, либо ты деградируешь. Все, среднего не дано. Вот плато, вот это оно маленькое. Не получится всю жизнь жить, довольствуясь какими-то результатами. Если ты уже развился, поднялся, все, у тебя выбора нет. Либо потом уже дальше все ниже спускаться, либо дальше развиваться. По сути, Саня вот правильно все говорит. Вот. И когда мы находимся в этом мирке, мы никогда не развиваемся. Поэтому надо стараться через дискомфорт, через не могу, через не хочу, перебарывая вот эти все наши инстинкты, перешагивать. И только тогда мы будем развиваться, приобретать что-то новое. Когда тебе, даже относись к этому философски, даже если тебе страшно что-то ломает, крутит, ты просто подумай о том, что, блин, значит, я развиваюсь, значит, я что-то приобретаю новое. Не бойтесь этого, не переживайте по этому поводу, не старайтесь назад спрятаться в свой мирок, а наоборот, как бы, относись к этому с удовольствием. То, что значит, что вы развиваетесь, значит, что-то получаете новое. И запомните одну такую вещь. Если ты хочешь получить то, что у тебя до этого никогда не было, никогда этого у тебя не было, и ты хочешь этого достичь, получить, приобрести, приготовься сделать такие вещи, которые до этого ты никогда не делал. И только тогда ты это приобретешь. Если будешь делать вот эти вещи, которые у тебя были в этом мирке, ты их делал и неоднократно, и не раз, нового ты ничего не получишь. Вообще ничего не получишь. Все у тебя будет получаться то же самое, что до этого было. Вообще ничего нового. Только еще и хуже может быть. Да, лучше не будет. Поэтому надо делать, перешагивать, переступать. Без этого никак. Делать. Там, допустим,
как делают, дрессируют там в цирке мышей, чтобы одна мышь пробежала четко по линии где-то вот от этой точки до той точки. Как мыши не объяснить? Вот.